общем-то, это не совсем нужно. Мы берем образцы, этнографические записи бабушек, как они пели, как это звучало. Мы очень внимательно их выслушиваем, потом их начинаем петь, а потом немножко распеваем по-своему. И таким образом у нас получается у каждой песни немножко свой, вот какая-то такая, знаете, своя, ну, обработка, что ли. Вот та песня, которую мы сейчас пели, мы ее пели почти без всяких расхождений. А та, которую сейчас поем, и мы как раз вам хотели показать, поставить запись бабушек, с которых мы это снимали. На чуть-чуть, чтобы вы просто послушали и поняли, как это звучит, как звучит в оригинале тот материал, с которым мы работаем, с чего, откуда мы это берем, да, откуда мы это узнаем. Послушаем. На самом деле очень громко. Слушайте. Какой материал? Вот ты сидишь и слушаешь. Вы себе засуньте, почувствуйте себя, да, человеком, который... Так же прислушиваем постоянно. Вот, в наушниках сидим. Они еще иногда, знаете, перестают петь, начинают разговаривать там. Могут поспорить, на какие слова надо сейчас говорить. У меня у молодца 30 каменных домов.